Всем большой привет, с вами снова Медина Голосовщи, и сегодня я вас научу, как сделать ковер из, то есть дождь из ковров. Да, заходим в Майнкрафт, это можно делать в любой версии. Заходим на наш мир, да. Заходим, где вещи, вот сюда, где ковры, и да, выбираем ковер любого цвета. Ну, так как я делаю дождь, я лучше выберу голубой. А также можно взять синий, но я взяла уже голубой. Да. И берем любой блок. Ну, любой. Я лучше выберу глиняный блок. Ну, глиняный блок любого цвета можно взять. Я лучше возьму такой, белого цвета. Да, все. Можем начинать. Ставим так. А вот сюда мы ставим ковер. До конца. До конца ставим. А я пока что нажму на паузу. Все, я это сделала. Больше невозможно ставить. Спускаемся. И вот этот глиняный блок убираем. И вот дождь. Ладно, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и пишите комментарии. Всем пока!